Вторая неделя июля прошла в белорусском боксе под знаком Кубка Республики, который принимал Гомель, и где в двух весовых категориях до 60 и до 64 килограммов били за награды представители детско-юношеской спортивной школы профсоюзов «Олимп-2015», воспитанники тренеров Юрия Александровича Лиса и Рустама Яковлевича Малиновского, Михаил Сулимов и Дмитрий Бальков. Ну, выступал в своей категории до 60 килограмм, это старая весовая категория, ее добавили в этот, ну, кубок, который проходил в Гомеле. Провел два боя, один бой выиграл, второй бой проиграл, во втором бою проиграл победителю. Ну, бой не очень, но надо тренироваться. В итоге Дмитрий занял 5-е место, но наш боец еще довольно молод, он 2001 года рождения, и все главные победы у него впереди. Кстати, в этом году у Балькова появится хорошая возможность шагнуть на пьедестал почета престижного тура, и надеемся, боксер «Олимп-2015» воспользуется своим шансом и завоюет медаль. В начале сентября будет международное соревнование в памяти Виктора Левинцева. Ну, буду рассчитывать на максимальный результат от себя. В следующей весовой категории до 64 килограмма выступал еще один мозорский боксер, также, как и Дмитрий Бальков, воспитанник ДСШ «Олимп-2015» и тренеров Лиса и Малиновского, Михаил Сулимов. Он сумел по итогам своего турнира подняться на пьедестал почета, заняв 3-е место и завоевав бронзовую медаль. Но только ли награды заставляют нашего следующего собеседника выходить на ринг и проводить напряженные тренировки? Чем так манит бокс этого спортсмена 1998 года рождения? Ну, потому что я занимаюсь этим делом с детства. У меня два дяди тренера. Малиновский и как бы тренер мой Лис, который я тренируюсь. А также мне это нравится, меня это мотивирует, ну, я тренируюсь, доказываю то, что мне надо, делаю это. Какие впечатления у Миши оставил Кубок Республики Беларусь? И какой следующий старт у нашего земляка, одаренного боксера, представителя ДСШ «Олимп-2015»? Я бой выиграл и второй бой проиграл, там немножко со здоровьем как были вопросы. А сейчас вот готовимся к сбору. 27-го начинается сбор на страны СНГ. Вызвали, как бы, все нормально, готовимся. Скоро будет подготовочка у нас. Важную роль играют Дмитрий Бальков и Михаил Сулимов в плане работы с подрастающим поколением. Юные мальчишки и девчонки с большим интересом наблюдают за тренировками мастеров, стараясь заимствовать что-то из богатого опыта ведущих представителей мозорского бокса, которому пожелаем всяческих успехов.